Одна из проблем новичков – это излишняя самоуверенность. Браться за крупное изделие, не научившись основам, это они могут. И поэтому петли соскакивают и иглы ломаются. С вами Светлана Амельян, соавтор проекта «Изба вязальня», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. Шапочка Бини с косой специально создавалась для курса второй фантуры, чтобы не просто показать приемы вязания на образцах, а показать, для чего эти приемы нужны. Отработав в мини-формате, вы сможете применять их на свитерах и других крупных изделиях. На этой шапке мы отрабатываем иной вид соединения, чем на юбке, которая также входит в курс вязания на двух фантурах. Шапочка непростая, в нескольких местах шивная, но мы создаем визуальный эффект бесшовного кругового вязания. Уголки определяют форму нашей шапки, а за счет косы форма получается еще более устойчивая. Еще одна особенность шапки – это отсутствие шва на макушке. В принципе, визуально швов совсем нет. Мастер-класс направлен на отработку вязания резинок, кос на резинке, соединение разнонаправленного вязания на резинке. Отработка вязания нестандартных убавок при вязании элементов. То есть этим уроком мы решаем отработку проблем, которые возникают при вязании полочек в верхней части после разделения горловины на две части. Так как левая и правая части переда и спинки вяжутся по отдельности, они не могут оттягиваться одной гребенкой. И в мастер-классе показано, как правильно перевешивать гребенки в процессе вязания разных частей полотна, чтобы не скидывались петли, не стопорилась каретка, не зажевывалась, не сбрасывалась с игл и не перекашивалось полотно. Еще один из нюансов мастер-класса – это нестандартные убавки. Стандартные убавки – это закрытие петель ступенькой. Получается грубый тройной рубец внутри шапки, ну хотя, в принципе, ступенька не так видна при сшивании снаружи. А мы предложили более простой способ убавок – петель в резинке, который позволяет делать соединение разнонаправленных полотен без ступенек и без грубых швов. Этот способ также подходит для соединения плечевых швов, вточных рукавов и рекламных линий. Приходите учиться на курс вязания на второй фантуре, и многие проблемы, о которых вы даже не догадываетесь, вас не побеспокоят. Подробности участия в курсе на двух фантурах под этим видео.